Добрый день, дорогие друзья. О погоде в городе Барнауле. У нас сегодня минус 6 градусов. Сегодня 24 марта. Облачно. Ветерок холодный. Погода, так скажем, балует. Весна какая-то недружная у нас на этот раз. Холодная. Ну, по крайней мере, март. Дальше неизвестно, как будет. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Канал называется «Николай Книж. Путешествия автомобилей». Сегодня, в этот весенний день, я желаю всем здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Пусть все у вас будет хорошо. Пусть весна у вас будет теплая. Всего вам доброго, дорогие друзья.